Всем доброго дня. Первые всходы земляники. Вот она у меня стоит в парничке. Прошла неделя. Появились вот такие вот маленькие всходы земляники. Вот эту тепличку я не открываю, потому что там у меня влажность нормальная. С вермикулитом. Очень ждала первых всходов. Думала, что не получится. Нет, семена взошли. Малюсенькие такие. Но они есть. Вот. Такие вот. У меня уже на окне. Вот это вот петунья. Это петунья. Здесь перцы. Горькие, сладкие. Лук. Баклажаны. И вот еще посадила еще 4 сорта земляники садовой. Только сегодня посадила. Ну, потому что те всходы взошли, у меня появился оптимизм, и я еще посадила. Потому что мне надо менять. Все уже, всю рассаду земляники надо менять. В этом году я буду свои семена земляники готовить на рассаду. Это делается очень просто. Я потом покажу видео. Ну, петунья такая прихотливая, прям вообще маленькая, чахленькая, не знаю, что будет. Вот это вот нормальная, а это очень такая, это вот такая привередливая. Вот еще раз покажу, какая земляничка у меня. Видите? Тоже малютки. Я их открывать пока не буду вообще. Пока они два настоящих листа не дадут. Потому что там влажно, плюс вермикулит. Видите, вот там вот влажность есть. Этого достаточно им. Открывать буду постепенно, приучая. Вот здесь вот так краешек отогну. Поставлю зубочистку, чтобы они у меня не полегли. Всем удачных урожаев!